У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Заботливые, ответственные, дисциплинированные и романтические личности, они любят детей и животных, проявляют заботу о других, часто являются хорошими семьянинами. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Если же чувство прекрасного у этих людей трансформируется в страсть к роскоши, то они способны опустошить любые кошельки для ее удовлетворения, из-за чего имеют шанс умереть в нищете. Всегда стараются максимально облегчить жизнь своему окружению и в трудную минуту обязательно протянут руку помощи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.